Всем привет, вы на моем канале. Сегодня мы продолжаем снимать Undertale. А, тут таблички есть, ё. Решет уголок и проход к концу откроет. А, это что так просто, да? А. Ага. У меня две пули. Ну, сейчас решим как-нибудь. А, все, можно чуть-чуть. Все, готово. Супер. Легкая головочка. Все, у меня выход к концу есть. Пройди северную комнату и проход к концу откроется. А, какой северную комнату? Тут несколько. Что это? Им солод и финальный фрогер появился. А мне нравится финальный фрогер, он синий. Так, им солод, он больше не волнуется. Ясно. А. Факет по свенам отбеливать. Бросать? Вы угрожаете пыльным салота. Я не боюсь тебя. Ясно. А чё? А чё произошло? Ай, ладно. Все, отвыкла, уже не помню, что происходит. Ну, смотрите, мы прошли эту головоломку, давайте вернемся сюда куда-нибудь. Что я вообще должна делать? Север — путь воина, запад — путь мудреца, все пути ведут к концу. А, то есть я мудро поступаю, да? А восток что у нас? Восток — конец. В смысле? На восток — это конец. Я не боец и не мыслитель. Но с моим терпением я смогу пройти путь до конца. То есть я реально могу просто пройти путь до конца. Астигматизм приблизает. Извините. Я сбежал за дверь, всегда добивать своего. Возьми меня. На самом деле астигматизм — это грустно. Вот развитие астигматизм. Вот так. Астигматизм больше не интересно. Это его супер пощадить. Кто же знал, что на восток можно просто так легко пройти? За дверью должен быть не в королевском самку. Он вполне с решимостью. Я про не особо помню, что говорил на мать. Без... Что это? О, да, вот это... Зачем я сюда зашла? Прекрасный момент, чтобы выложить карту на стол. Пора наконец остановить неисправного робота. Нет! Неисправности? Перепрограммирование? Спустись на землю. Все это было лишь большим шоу. Представлением. А ты дурачил тебя все это время. Наблюдала за тобой монитор. Она призвалась к твоему приключению. Она отчаянно хотела стать его частью. И решила вписать себя в ту историю. Она перезапустила головки. Она выключила лифты. Все меня досаждать, чтобы спасать тебя от опасностей, которых в помине не было. Зато весело. Чтобы у тебя в мыслях было только, как же она хороша. Вот это и не так. А теперь время звездного часа. Прямо сейчас Айси ждет снаружи. Во время нашей битвы она мешается. Она притворится, что отключила меня. Спасать тебя раз и навсегда. И тогда она станет героиней твоего путешествия. Благодарю, ты даже позволишь ей убедить тебя не уходить. Или не позволишь. Понимаешь, меня достаточно этих предсказуемых игр. У меня нет желания вредить людям. Вовсе нет, правда. Я хочу лишь развлекать. В конце концов, разве публика не заслужит хорошего шоу? А разве хорошее шоу обойдется без сюжетного поворота?
Эй, что у тебя происходит? Дверь только что закрылась сама по себе. Простите, ребятки, стартую передачу. А, старую передачу только что отменили. Но у нас готов финал, который вам крышу снесет. Скажите, черт, зачем это шло? Настоящий драма, настоящий экшен, настоящая резня. В нашем новом шоу. Атака робота-убийцы. А почему я вверх ногами? А почему я реально всегда вверх ногами? А я не успел почистить. Да, это был я, кто переделал ядро. Да, это я был тем, кто нанес всех убийцы. Однако, это был не дальновидный план. Знаешь, что будет 100 раз лучше? Убить тебя самому. Это игрушка, оружие не сработает против меня, дорогуша. Умри. Ты что, не понимаешь, что я подыгрывал? Не тот он. А можно еще раз оценить, просто не успел прощать? Серьезно, я вам это лическое тело не уязвимо. Послушай, дорогуша, я видел, как ты сражаешься. Ты слаб. Если продолжишь идти дальше, то Асгор заберет твою душу. И с твоей душой Асгор уничтожит все человечество. Ой, я могу это разрушать зато. Но если душа достанется мне, я смогу помешать плану Асгора. У меня получится спасти человечество от унижения. Затем с помощью твоей души я пересеку барьер и стану звездой, которой я всегда мечтал стать. Сотни, тысячи. Нет, миллион людей будет моим зрителем. Шик, гламур, я наконец получу все это. И что с того, что кому-то придется погибнуть? Это шоу-бизнес, детка. Кто мне звонит? Ох, я не вижу, что там у вас происходит, но... Не сдавайся, хорошо? Есть один способ победить Метатрона. Нужно... Это произойдет так, что не суди строго. И ты ведь знаешь, что Метатрон всегда стоит лицом вперед. Это потому, что у него крепчатель на спине. Так что если у тебя получится развернуть его спиной и щелкнуть переключатель, тогда он станет уязвимым. Ну, мне пора. Похоже, самое время развернуть Метатрона. А это в действиях? Ты говорите Метатрону, чтобы поделился с зеркалом. О, зеркало? Верно, я должен быть бесподобным для наших грандиозных финалов. Я не вижу, где же оно? Ты что? Только что щелкнул? Моим переключателем? Помощь сейчас принтест начнется? Я не готова. О боже! Если ты щелкнул мой переключатель, это может значить лишь одно. Ты хочешь видеть мое новое тело раньше премьеры. Как грубо. К счастью, да я... А, к счастью для тебя, я и сам уже давно хочу показать его. Так что, в благодарность я дам тебе красивую награду. Я сделал последние секунды твоей жизни. Абсолютно прекрасные. Метатрон X начинает свою премьеру, за что вы так со мной? Ядро в форме сердца, его слабое место. Ага. Свет, камера, мотор. Оно еще двигается. Носи эпизод теперь. Супер. Драма, романтика, кровопролитие. Спокойствие, только спокойствие. Все же будет замечательно. Естественно, все будет замечательно. А я могу просто... А, ну да, конечно. Что с кем-то? А, не работает. Похоже, вы можете пропустить монолог медицин, развернув его в другую сторону. Что вы сделаете? Послушай, пропустить. Конечно, пропустить. Ну, говорит Метатрону, чтобы за него что-то клевое. Серьезно? Где? Умно, очень умно. Я не могу, слишком жечь. Что я должна делать вообще? У нас рейтинги падают. Поза. Вы думаете, что позируете? Зритель кивает.
что? Ну давайте хвастать. Ну говорите, что не получится. Синя на удары. Рейтинги будут расти, когда нас выпадет. Еще через места. Так. О, время для викторины. Я надеюсь, что ты принес клавиатуру. Да, про сочинение. Кратко, что мне тогда нравится больше всего, не нажимать Z. А. Не зов, кто может видеть себя. А, надо было писать, да? Ты сохраняете ваше сердце для дальнейшего использования. То есть, что я действительно открыл всем твое сердце? Почему мне не показать тебе свое? Так. Мне нравится. А, ханлоу. Супер. Прекрасно, иногда мало передают так много смысла. Супер. А чё, честно? О, мне дали золотую звезду. Супер. Не было, а значит пришло время принимать звонки. Удачи, зритель, был шанс покурить со мной, прежде чем я навсегда покину подземный мир. Давайте же узнаем, кто дозвонился первым. Приветствую, вы на ТВ. Что бы вы хотели сказать на нашем последнем шоу?
Отпустите, пожалуйста, меня. Ох, привет, Метатон. Мне очень нравится смотреть твой шоу. Моя жизнь довольно скучна, но возможность увидеть тебя на экране приносит радость моей жизни. Последний. Не могу сказать точно, но мне кажется, это последний эпизод. Я буду скучать по тебе, Метатон. Ох, я не хотел говорить так долго. Ох. Нет, постой, постой. Он уже повесил трубку. Я отвечу другому, когда дозвонишься. Метатон, твое шоу сделано с очень счастливыми. Метатон, я не знаю, что я буду смотреть без тебя. Метатон, ты оставил дыру в форме. Метатон, в моем сердце в форме. Метатон, господи. Ах, я понимаю. Всем огромное вам спасибо. Дорогуша, возможно, будет лучше, если я пока останусь здесь. У людей уже есть свои звезды и до нового острова. У них есть лишь я. Если я уйду, потерянный мир потеряет свою искру. Я оставлю ночь пустоту, которая никогда не заполнится. Так что, думаю, мне нужно отложить свой грандиозный дебют. Да и кроме того, ты доказал, что очень силен. Возможно, достаточно силен, чтобы отлететь от гор. Я уверен, ты сумеешь защитить человечество. Ха-ха. В любом случае, все это к лучшему. Правда в том, что энергопотребление формы неэффективно. Через мгновение я срачу заряд батареи и... Ну, я буду в порядке. Сради их наповал, дорогуша. И всем спасибо. Вы были отличными зрителями. О, я выжила. Я жива. Темный экран. Мне удалось отпереть замок. Вы двое... Господи! Метатон! Метатон, ты что? Слава богу, все... Мы лишь сели батарею. Метатон, если бы ты умер, я бы... В смысле, это не проблема, понимаешь? Он же робот, если ты испортишь его, я всегда могу просто построить другого. Чего тебе не пойти дальше? Какой по... Здесь есть сохранение. Разряженные батареи. Дайте мне сохранение, я сейчас сдохну. Прости за это. Пошли дальше. Ну да, да. Значит, ты вот-вот встретишься с Гором, да? Ты должно быть... Очень волнуешься за этого, да? Да не, все нормально, все супер, все. Наконец-то ты попадешь домой. Подожди. То есть, я просто собиралась сказать прощай и я это больше не выдержу. Я солгала тебе. Одной только человеческой души недостаточно, чтобы пересечь барьер. Он требует, по крайней мере, душу человека и душу монстра. Если хочешь попасть домой, тебе придется забрать его душу. Тебе придется убить Асгора. Ой, да все пучком будет. Мне жаль. Слушай, везде было сказано, что мне хватает одной души, так что не надо мне тут. Пойдемте. Я так устал сражаться с Метатоном, это просто какой-то ужас. Но я так и понял, что надо его десяточку набрать. Чтобы победить его. Это было очень долго. Короче, чтобы победить его, набирайте жрачки. А у того чувака, который бургер продает, ты звездная. Ой, парфе. О, а что это такое все серое? Сохранение. Пойдемте. У меня полностью? Да, все, супер. Здесь лифт есть. Лифт занят. Может, это тот самый нерабочий лифт? Вот такой замок. А, то есть мы в замке, что ли, или нет? Где мы вообще? Тут башенки какие-то. Ха-ха.
Ладно, давайте сохраняемся. О, мы как дома, то ли. Опять цветок. Это золотой цветок. Блин, я дом как то ли. И это золотой цветок, серьезно? Это золотой цветок. Здесь вот альбомы. Альбомы для вырезок. Книги о заваривании чая. Садовые инструменты. Отличный крест для чтения, но не похоже, что кто-то им пользуется. Угли все еще теплые. Даже здесь на меня напали. Много лет тому назад в руины упал человек. Пострадавший после падения, человек стал звать на помощь. Я думаю, на меня сейчас попадут. Мне начинает историю рассказывать. Один из забой закрыт на консервы с улитками. Раковин застрял немного белого меха. Это записка. Приветик, угощайтесь, берите, что хотите. Вы берете ключ и ешьте его на ваш телефонный брелок. Здесь просто воровали ключ. А, ну, нам разрешение дали. Это очень чисто. Похоже, кто-то пользовал из нее огненную магию. Это мусорное ведро. Оно заполнено скомканными рецептами ирисского пирога. Давайте дальше, что ли? Азриэль, сын короля, услышал человеческий зов. Он вернулся в замок вместе с человеком. Теперь, кстати, слышу, ты имя Азриэль. Кто это? Не, ну, конечно, сын короля. Один золотые цветы. Асгор-фанат, что ли? Это золотой цветок. Тоже золотой цветок. И это золотой цветок. О, смотрите, подарочки. Внутри коробки лежит старый кинжал. Возьмете ли вы это? Я не знаю, зачем я это все беру, но допустим. Внутри коробки лежит медальон в форме сердца. О, тут какая милота. Вот это вот что. Медальон сердца защиты. Тут написано лучше друзья новинки. О, хмё. Давайте возьмем как-то защиту. Просто. Пыльные игрушки. Это односпальная кровать. Здесь еще много полосатых кофт. Семейная фотография. Все улыбаются. На рисунке изображен золотой цветок. Да чего же удобная кровать? Лягте на нее, и вы, возможно, уже никогда не поднимитесь. Звучит так, как будто бы он умрет, пока будет спать. Комната на ремонте. О, еще один ключик. Мини-жал. Шло время, Азрия и человек стали как родные. Король и королева относились к дитя как к своему собственному. Подземный мир был полон надежды. Берёшь ключ, идёшь на ваше телефонное приложение. Несмотря ни на что, это все еще ты. О, золотой цветок. А, так, я вот не знаю, куда пойти. Можно пойти туда, можно пойти сюда. Мы сняли цепь. А, значит, скорее всего, надо сначала туда посмотреть. Пойти там какая-то дверь была. Интересно же всё-таки. Дневник Асгора. На этой странице написано только «Сегодня хороший день». Чуть еще не высохли. Это обычный стул. Это кровать королевских размеров. Это комод. Ноги костюм Санта-Клауса. О, как мило. Это трофей. Первое место в конкурсе «Ласковый нос» 98. Это сундук с одеждой. Тут лежат балахоны, кофта на пуговицах. И розовый, связанный вручную свитер с надписью «Мистер Фанни». Макароны цветочка для папы короля. Это довольно мило. Ну, давайте теперь пойдем вниз. Но это, кстати, не руины, похоже. Это замок, похоже на руины. Затем однажды человек очень сильно заболел. Ну, грустно. Больной человек высказал лишь одно желание – увидеть цветы из его деревни. Но мы ничего не могли помочь.
На следующий день? На следующий день. Человек умер. Чуть слишком печально как-то. Азриэль, убитый горем, поглотил душу человека. Он превратился в существо с невероятной силой. С человеческой душой Азриэль пересек барьер. Он нес тело человека в сторону заката, обратно в деревню людей. Азриэль достиг центра деревни. Там он отыскал поляну из золотых цветов и возложил на нее человека. Вдруг раздались крики. Жители деревни увидели Азриэль, держащий тело человека. Они подумали, что это он убил детей. Люди атаковали его всем, что у них было. Он получал удар за ударом. Азриэль был способен уничтожить их всех. Но он, я так понимаю, этого не сделал, да? Но Азриэль не атаковал в ответ. Цепившись с человека, Азриэль улыбнулся и ушел прочь. Израненный, Азриэль добрался до дома. Он вошел в замок и упал. Его прах разлетелся по всему саду. Королевство впало в отчаяние. В одну ночь король и королева потеряли обоих детей. Люди снова забрали у нас все. Короче, как обычно, история по округу длится. Король решил, что пришло время покончить с нашей бедой. Каждый человек, что пойдет к нам, должен умереть. С достаточным количеством душ мы сможем навсегда разрушить барьер. Ну, отчасти можно понять. Осталось недолго. Король Асгора выпустит нас на свободу, даст нам надежду и спасет нас всех. А почему ты не улыбаешься? Разве это не волнительно? Разве тебя это не радует? Ну, знаете, умирать как-то не особо хочется. Ты тоже освободишься? Надеюсь. Да, это чудо. Так, а куда идти? А здесь что? В смысле? А, то есть мне надо было вниз идти, да? Меня просто вернули. Ну окей. Последний коридор. Ой, спина. Последний, так последний. А почему я в тени? Ой, смотрите, это же Снич. Летай. Ой, да, я смотрю, тут фанаты Гарри Поттера собрались. Это сфотка? Хей-хей. По-моему, ты не очень похож на Асгора. Ну да ладно. Как драматично-то. Отпустите. Похоже, ты все же сделал это. Конец своего приключения уже совсем близко. Через несколько мгновений ты встретишься с королем. Вместе. Вы определите будущее этого мира. Но это будет потом. Пока ты будешь осужден. За что? Ты будешь осужден за каждое свое действие. Что я сделал не так? Я всех пощадил. Я никого даже не убил. Ты будешь осужден за каждое ОП, что ты получил. Что такое ОП? Это охраним. Что такое охраним? Означает очки пыток. Это способ посчитать, сколько боли ты причинил другим. Когда ты убиваешь кого-либо, твоего повеличишь. Ну давай, 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 давай. Вот посчитай, сколько у меня. Помню, полный ноль был. Когда у тебя достаточно ОП, твой уровень увеличивается. А серьезно? Уровень тоже является охраним. Он означает уровень жизни. А
Аллилуйя, радость, да. Способ змея чего-то способен причинять боль. Чем больше ты убиваешь, тем легче тебе остраняться. Чем больше остраняешься, тем меньше ты от этого страдаешь. Тем легче тебе заставить страдать других. Но ты ни разу не повысил уровень. Естественно, я же сама доброта просто. Конечно, это не значит, что ты всецело невиновен или наивен. А лишь то, что в твоем сердце отца с некой доброта. Несмотря на преграды и трудности, которые ты встречал, ты стремился сделать все правильно. Не стал никому удивить. Даже убегать, ты улыбался. Ты испытывал радость, не получая радости. Это как же? Есть ли в этих словах смысл? Пожалуй, нет. Теперь ты встречаешь все величайшие проблемы из-за всех своих путешествий. То, что ты сделаешь, решит судьбы целого мира. Если откажешься сражаться, Асгор заберет твою душу и уничтожит человечество. Но если ты убьешь Асгор и возвращаешься домой, мосты навсегда останутся заточены под землей. Как же ты поступишь? Ну, если бы я был на том месте, я бы уже давно сдался. Но ты пришел сюда не чтобы сдаться, так? Верно. У тебя есть нечто, называемое решимостью. Так что пока ты держишься, пока поступаешь так, как тебе видит сердце, я верю, что ты сделаешь правильный выбор. Итак, мы все рассчитываем на тебя, Мау. Удачи. Понятно, убивать мне его нельзя, но при этом мне нужно еще и не умереть. Я так спокойно отпустили, ура. Вот видите, какие плюсы быть пацифистом. Никого не бьешь, и все, и круто. Тронный зал. О, сохранение. А есть что? За место. Я уже испугался среди гробы. Это гроб, на нем выгравлено имя. Эри. В смысле? А, он пустой. Почему на нем мое имя? Но он пустой, для меня уже подготовили гроб, я так посмотрю. Значит, остальные это... Детки наши, да? Прожу у меня. О, сад. Hello. Я пришла. Блин, такой красивый дом. Пум-пурум. Ох, кто здесь? Один момент. Я почти закончил поливать себе. Вот так вот. Приветик, чем могу? Он так испугался. Ох. Мне сказали, что можно меня отпустить. Мне так хочется сказать. Не хочешь ли чашечку чая? Но ты же знаешь, так принято. Чудесный сегодня денек, да? Птички поют, цветочки благоухают. Отличная погода для игры, догонялки. Дядь, ты можешь меня отпустить? Я домой хочу. Поспать там, отдохнуть. Ты знаешь, что нам предстоит сделать? Когда ты будешь готов? Когда ты будешь готов, пройди в следующую комнату. О, мы будем пить чай, да? Я верю, что мы не будем сражаться, но... Я не хочу сражаться, я хочу... Не знаю, что я хочу. Это другой трон, укрытый белой тканью. Хочу отдохнуть, не знаю. Я только сражалась. Как волнительно. Просто думаю об этом, как... о визите к зубному. Можно было что-то... Чё так много сохранений? Ты готов? Если нет, я пойму тебя. Я тоже не готов. Слишком много сохранений. Опа. Ой, мои глаза. Ну кто так делает? Это барьер. Это то, что удерживает нас всех в заточении под землей. Если я случайно остались незаконченные дела, сейчас самое время их закончить. Продолжить вернуться. Придется
охваченные дела. У меня нет никаких незаконченных дел, вроде как. Мне никуда не пойти. Ясно. Значит, время пришло. Готов? Ой, не-не-не-не-не-не, отпустите меня. Я передумала. Странно, свет заполняет комнату. Сумерки светят сквозь барьер. Похоже, ваше путешествие наконец подошло к концу. Вы полны решимости. Чек. Было приятно познакомиться с тобой. Прощай. Пожалуйста, не бейте меня. А как же кнопка пощады? А с город в смысле? А кнопка пощады? 80 атаки вы защиты. Это все, что вы можете мне сказать? Вы спокойно говорите от города, что не хотите сражаться с ним. Его руки на ней задрожали. Слушай, а ты не хочешь это как-то? Вы говорите о сборе, что не хотите сражаться? Он усмехается. Я не вижу ничего смешного, честно. Я не знаю, почему вы считаете, что это смешно. Что это? Что это было? А. Так сложно. Вы только говорите о сборе, перестать сражаться. И он глаза светит от воспоминания. Атака о сборе понизилась. Защита о сборе понизилась. Я не хочу никого убивать. Что смысл моего пути пацифиста, если я его убью? Похоже, что разговоры больше не принесут пользы. Что делать тогда? Похоже, что разговоры больше не принесут пользы. Не сражаться же сейчас. Что тогда реально делать? Реально сражаться, что ли? А я не готов. Мимо! Реально, а что делать? Короче, я немножечко устала, так что, наверное, мы будем с ним сражаться потом. Вот. Ну, в следующей серии уж. Я уже сегодня устала. Так что, да, пишите в комментариях. Что вам написать в комментариях, дайте я подумаю. Вы вообще можете написать все, что угодно. А, напишите про метатон. Да, я вообще-то, наверное, поговорить с Ансом, уж меня отпусти. Вот. Я, правда, не знаю, что делать с финалом, что в гейме придется пить. Ну, это не особо важно. Пока что. Ладно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр и всем пока!